вот это разделение, то естественное разделение труда, как раз произошло по первой функции. По первой функции, ну, потому что оказалось, что эти люди уникальны вот в этом, и они незаменимы, незаменимы для такой группы. Александр Ильич, да. Я бы хотел добавить, что, зная как бы немножко биологию, можно думать о том, что это произошло раньше еще, на этапах развития биологических систем, там, и организмов, там вот и приматов, и глубже, там, если так вот посмотреть. Просто никто этим не занимался, этим исследованием. Что? Потому что приматов, ну, не мимо того, что работать с приматами. Просто я вот смотрел у приматов, у них... Давайте, вот у нас есть голова, там отдел про приматов, да? Mm-hmm. Можно будет об этом поговорить. Развитие интеллекта, да, и оно способно даже быть. Да, да. Вчера в интернете появились позавчера новые данные. Я даже бросил в Facebook эту ссылку. Хорошо, да. Вот. То есть, но лучше наполнить, чтобы мы к этому вернулись, там очень интересно. Конечно. Так, я просто говорю, что у человека оно уже сформировалось явно. Вот вид Homo sapiens, он именно отличается тем, что у него, я бы сказал так, что наличие социона и дифференцированных типов – это один из видовых признаков Homo sapiens. И у меня... У других такой дифференциации жесткой нет. Еще один вопрос, вот, да. Касающийся нервности. Если переходить к подтипам, можно ли выделить какие-то устойчивые, ну, там, то, что мы сейчас называем подтипами, например, вот там, доминантные, там, это, в зависимости от этих векторов, или это совершенно разные критерии, разные, там, способы есть. Оценки, какая-то взаимосвязь вот есть здесь? Значит, есть определенная корреляция. Вот доминантность – это связано с вектором личного опыта. Определенная корреляция есть. Я одно время даже в самом начале как бы даже отождествлял, что доминантный тип – это резко выражен вектор личного опыта. То, что отклоняется от моего опыта, я подавляю. Поэтому вот отсюда возникает эта доминантность. Но это корреляция. Это нельзя назвать жестко, я бы сказал, что это определенная корреляция. Дальше. Когда мы говорим о креативности, безусловно, креативный тип очень сильно коррелирует с вектором ситуации. Если у человека сильно выдан, сильно дается вектор ситуации, конечно же, это ближе к креативному. Я не говорю о точности, я говорю о корреляции. Потому что там есть иерархия уровней психического, поэтому... Дальше. Ну, нормированный тип, понятно. Это связано с нормами. Ну, А вот гармония не связана, она скорее связана с балансом. Со связанным балансом таких векторов. Вот нет вектора глобальности нет такого соответствия прямого. То есть, понятно. То есть нет какого-то превалирования какого-то из векторов, когда это гармоничность. Где никакой вектор сильно не преобладает. Да, понятно. Но поскольку у нас этих функций только ментальных у нас 4, да. И ну, по крайней мере в 3 векторах, у нас получается, что вот эта комбинация векторов, она ну, дает более, гораздо более сложные результаты. Все очень просто, если у нас, условно, у нас есть какой-то тип, у которого первый пункт. Вот такая картинка, это норма. Во второй функции, вот такая картинка. Тоже такая же, да? В третьей функции, вот такая картинка. И понятно, что такой тип у нас, ну, очень маловероятно, что этот человек у нас вдруг не окажется нормирующим с точки зрения вот этой системы, вот DCNH, да? То есть, что он вдруг окажется не терминальным эгдоротипным. Ну, он может это сделать, но ну, как бы это сложно. Социальный профиль такого человека – это усердный служак.
такой абсолютно безинициативный, да, но усердный. Вот я, кстати, видел таких вот на военке вот наших офицеров, которые читали, вот в пехоте, ну там, там мотострелковая, а там такие, такого народа было сколько угодно. И даже среди наших офицеров преподавателей. Палочки должны быть перпендикулярно, и все. Да никаких сомнений. Ну что. Чиновники такие бывают, да. Конечно, это крайний случай, но такие и бывают. А когда наша картинка чуть-чуть сложнее, например, у него вот здесь такой рисунок, а вот тот вот у него вот такой рисунок. Угу. Да? То станет ли он, будет ли он нормирующим вот в этой терминологии? Или он вдруг у нас может оказаться там творческим? Не сказать, или еще каким-нибудь? Мы этого не знаем. Проблема еще состоит в том, что можно было бы читать какие-нибудь корреляции, если бы было не так сложно рисовать эти картинки, формализовать. Ведь о верности мы можем говорить только после того, как мы уже в процессе интервью определили тип человека, и мы уже выясняем тонкости, его особенности как представителя этого типа. И тогда мы можем сказать, что по сравнению с другими бальзаками, вот этот вот конкретный у нас отличается маленькими нормами в первой функции. А в первой функции определить норму тоже довольно сложно, ну, само по себе, длинными этого вектора. Потому что в первой функции ну когда еще там речь зайдет о нормах? Мы же скорее поговорим о ситуации, о личном опыте, о глобальности и так далее. То есть вот сама вся эта сложность представляет сложен сам вопрос о корреляции. Но использование этих векторных диаграмм, мы называем их векторными диаграммами, использование этих векторных диаграмм там, для описания или вот, нотирования, мы поговорили с человеком, особенно когда речь идет о массовом тестировании, о тестировании на предприятии, вы должны каким-то образом сохранить информацию. И, допустим, у вас есть некие ключевые фигуры, там руководители, ближнее окружение, заместители. То есть, и вот вы, когда вы поговорили с человеком и сделали такую запись, пусть даже приблизительно, пусть даже вы просто отметили, что вот этот конкретный тип, вот он имеет какой-то очень большой вектор личного опыта в четвертой функции. Вот такая вот у него особенность. Вот такая у него особенность. И вот эту особенность, мы как только это записали, вы потом через неделю, через месяц, вернувшись к этой записи, вы можете для себя восстановить. Что в ходе личного опыта в четвертой функции? Что это может быть такое? Это означает, что у него много опыта здесь. Что он побывал во многих ситуациях, он их пережил, переработал. Это значит, что он уже с этими ситуациями сталкивается не как впервые. В своей повседневной жизни он прежде всего опирается на этот опыт. И посуждение сформировано именно, и то, что он навязывает свой опыт другим, просто исходя из своего понимания. Да, то есть, с одной стороны, мы можем за него не очень беспокоиться в ситуациях в очень четвертой функции, а с другой стороны, он будет более настойчиво отстаивать свою точку зрения в тех ситуациях, где ему следовало бы согласиться с мнением старших товарищей. Вот, то есть вот это все мы записали вот в этом векторе. И это его отличает от множества других людей с этим же типом. Да. И вот очень интересно в смысле ситуация с хозяином или гостем. Что очень часто у них есть такой обычный, это человек такой спокойный, упорядоченный, логический и прочее, а вот есть вариант такой, достаточно стабильно встречаетесь, креативный гольдик с очень хорошо развитым вектором ситуации по второй функции, и у них такая творческая, иногда физическая вот эта болевая косинсойка. Но хищническая пища, когда их наклонности направлены в дурную сторону, да, чего-нибудь или при этом прихватить. А творческая, когда они, ну вот у них поведение такое стандартное. Вот
Это среди актеров хорошо видно. Вот как раз среди актеров бойких очень много именно, ну, они идут туда такие вот креативные. Ну, повышенный вектор больше, что у Михалкова, Никиты Михалкова. А еще более, вот если взять такого актера, как Панкратов Черный, помните? Я не люблю русского чемоданчика. Мы еще раз. Да, то есть это вот человек, который очень значительным вектором ситуации по второй функции. А есть еще более те типы, которые уже можно, вот когда очень сильные, их можно назвать даже авантюристами. У нас есть просто такой вот телеведущий, раньше он блистал, сейчас уже меньше, Микола Берсин. Он вообще крайне дебютантного поведения. То есть он настолько мог вот в эфире вести себя так, переключаясь ни с того ни с сего. То есть там уже вот там девиантного поведения. Но это тоже плохие. Конечно, таких людей мало. Вот в общем. Мы говорим, если мы говорим о нормальном распределении гаусов, так они находятся где-то здесь. Или здесь. Но, тем не менее, вот такой ряд людей мы видим, потому что в искусстве они проявлены. Да? Во второй функции очень творчество. Так, ну мы говорили о, да, ну и такой момент, да, чтобы сразу пошли в тему индивидуальных профилей, действительно, чем хороша векторная диаграмма, они позволяют хотя бы качественно оценить вот этот профиль личности, и когда мы это используем, когда речь идет о назначении и на руководящей должности. Не для всех. Понятно, потому что это все, что это трудоемкий, затратный процесс, вот это все построить и проанализировать. Но когда речь идет о директоре, его заместителе, там, назначение, когда мы нас спрашивали совета, кого назначить вместо себя на должность начальника милиции района, и у трех кандидатов там по системе этого таски.